Привет, привет, привет. Ну, короче, это твой первый рабочий день на этом месте. Это твой первый рабочий день на этой работе. Короче, твоя задача охранять аниматроников, чтобы их никто не раздолбал. Следить за этими же наркоманами, которые могут в любую секунду убить тебя. И поддерживать хорошую температуру. И даже тебя в интерфонный шахт скинется какая-то хрень. Также их тут нет. Но пока что остальные в ремонте. Его зовут Звездный. Он полностью в черном костюме. И если он подойдет слишком близко, то закрой свою дверь. Иначе он расшмякает твою голову. Хорошо, но что делать, если он уже тут? Закрывать дверь. Алло, охранник, я к тебе сейчас залезу и расшмякаю тебе голову. А, нет, он закрылся. Нет. А, нет. Я застрял. Что мне делать? Я сломал себе хребет. Больно. Не советовал бы тебе ее открывать во время того, как он стоит возле нее. Так же, как ты видишь, у тебя там есть стекло, чтобы ты мог смотреть за этим наркоманом. Иначе ты не поймешь, идет ли он или нет. Также будь осторожен, потому что у них высокий интеллект. И они могут думать. Если тебе вдруг станет холодно, то лучше подогрейся с помощью чертового огненного генератора, который может убить тебя. Поэтому будь с ним осторожен. Также следи за ним через окно. Это пока что все. Выше пиццерия не очень популярна, но все равно к нам придут. Из-за этого аниматроника мы заплатили полмиллиона долларов. Если ты продержишься здесь все это время, а именно неделю, то мы дадим тебе 5000 долларов. Никогда себе! Но будь осторожен. У платформы, которая задерживает, очень острые края. Не шмякай себе руку. Предыдущий охранник случайно прошмякал ее себе. Также, если ты случайно или специально не закроешь дверь в ходе эксперимента, ты можешь съемнуться под стол. Тогда, возможно, высокий интеллект не подумает то, что ты идиот, и уйдет. А он до сих пор стоит там. Думаю, нам следует помолчать. 5 минут спустя. Все, мне надоело. Ай. Ах, больно. Ах. Все, мне надоело. Я пошел. Ла-ла-ла-ла-ла, у меня кривая походка. Ла-л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 а, что меня так шкурит? Все, я пошел. Все. Я пришел. Он остановится. Остановись, придурок. Как мне остановиться? Что мне делать? Мои ноги меня не слушаются. Да остановись ты уже. Сид. Пойди.
Он умер. You dead. А, он сел. Теперь встань. Да встань. Стоп. Наконец-то все, я встал. Все. Встаю. И фигню все это беру. Все. Встаю. Ну, короче, весь твой инструктаж закончен. Пока. Холодно. Мне холодно. Я грохался. Какой? Я шприц. Шприц восстановления. Я замерз. Ну ничего. Нет, мой листик отпал. Ну ладно. Так, нужно включить эту штуку. А где вы? Стоп. Что? Так, он мне бы сказал, что лучше я не держать долго включённое, то она моя плевая. Ладно. Вот, ну дальше. Ту-ру-ру-ру. Так, блин, уже жарко. Надо отрубить его. Отрубай. Раскидываем, бау-бау. Ты чё вылез? Залазь, кому говорю? Да. Вот сиди там. Сиди, говорю. Сиди, кому сказал. Так, блин. Живи. Ща, ну все, я сейчас под тебя подкинул. Так, он что-то этот наркоман делает. Еще подойду к нему. Пошел. А? Пошел в жопу. Активейт. Нет. Пятая ночь. Я прижал тебе гость. Иди в жопу, наркоман. Иди в жопу, наркоман, недоделанный. Ну все, ты меня разозлил. Ой, извиняюсь, я не должен был быть тут. А, стул. Ай, я мистер стул, я упал. Мистер стул, встань на место. Мистер стул, встает на место. Все, мистер стул, встань на место. Мистер стул, подай мне стекло. А, все, я тебе сейчас... Пусти, я к тебе в гости пришел. Иди в жопу, наркоман. Не пущу. Ай. Я себя чуть не убил. Не пущу я тебя никуда. Ну все. Ах ты. Ладно, я хотел по-хорошему, придется мне по-плохому. А, нет. Пожалуйста, не убивай меня. Я же говорю, я же предупреждал. Я тебе голову шляпу. Не надо. Сейчас мы достанем. Не притворяйся мёртвым. Моя нога.
пока наркоман. Ты куда улетел? О, живи давай. Я с тобой еще не закончил. Ой, я шприц. Иди в ванну. Идите в ванну под стол, умная шприцы. Че со мной? Ой. Привет. А! Меня сломали полностью. Я еще живой. А, отстань. Отпусти меня. Вот он. А вот и нет. А вот и нет. Тебе говорили то, что я ваш мягкий был делал. Но никто так далеко не доживал. Включайся. Люблю мистер Слава. Нет, не надо убивать домой. Пока. Супер мега осколок. Все. Ой. Все. Ну, осталось только чуть-чуть. Мама, стой, они тебе. Молодцы, я ничего не понял. Что тогда делать?
О! 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 Так, ну все, осталось только взорвать бомбочку. Ты не идешь дальше гулять? А что ты мне сказал, что ты не хочешь идти? Так, ну все. Можно ловить.